Меня зовут ведьма Лана, и сегодня я буду проводить ритуал по активации вот этого замечательного помощника. Помощника зовут Урожайный год. Я вам немного расскажу об этой удивительной фигуре. Это образ женщины, что несет в подоле хлеб или яблоки. Вот посмотрите. Это самый мощный образ испокон веков. Такая фигура приносит в дом огромное количество денег, изобилия и богатства. Обратите внимание, что помимо всего, эта женщина в фартуке. И используется даже не сам подол, а именно фартук. Это очень сакральное действие. Это говорит о том, что у женщины в изобилии всего. И есть из чего готовить пищу. Также помимо всего у женщины корзинка. Посмотрите, полная корзина в руках. Это обозначает полное плодородие во всем, всей семьи. Также хотим заметить, что впереди у нас яблочный спас, когда мы будем делать ритуалы на богатство. И эта фигура станет для вас огромным подспорьем на года и, скорее всего, пойдет из поколения в поколение. И вы сможете передать ее породу. Активация этой фигуры вам в подарок от Алены Полынь. И эту фигуру выбрала Алена Полынь для вас, потому что Алена Полынь очень хочет, чтобы у вас было изобилие. И мы верим, что эту фигуру получит тот человек, кому она действительно нужна. Ведь случайности не бывает. И эту фигуру увидит именно тот, кому действительно не хватает. Не хватает энергии, изобилия. Не хватает денежных потоков, денежных энергий. Вы напишите нам на почту. И первый, написавший нам, получит эту фигуру. По нашей уже сложившейся доброй традиции. Если напишут сразу много людей, как это обычно бывает у нас, то мы всех вышлем Алене Полынь. И Алена Полынь сама выберет того счастливца, кому действительно нужны эти энергии, энергии изобилия, энергии плодородия, денежной энергии. Пишите нам на почту, пишите в тех соцсетях, о которых вы знаете, где вам удобнее написать. И первый написавший получит этого замечательного активированного помощника.